Ребята, давайте откроем вот этот кекс с нутеллой. Ням-ням-ням. Вкуснятина. Белая история. Привет-привет, добро пожаловать в кондитерскую Мелани Ангел. Ребята, вы любите сладости? Я люблю тоже сладости. Мой любимый сладость — это нутелла, шоколадная паста. Я все время мазу на завтрак и все время на сметану мазу. Ребята, вы знаете главный секрет приготовления во всем мире сладостей? В моей кондитерской есть много помощников. Ребята, это не простые помощники, а это суперфлеи. Смотрите, ребята, какая лунная фея, ребят. А это розовая фея. Точно как мое платье, ребята. Сними мы готовим всего многого вкусного. Ребята, давайте распакуем наши сладости и узнаем, какие они на вкус. Я начну. С этого у нас такая... Ой! Ой! Ребята, мы начнем с этого фиолетового. В моей кондитерской есть мороженое. Ой, смотрите, какая миленькая лосёжечка. Види сердечко. Это как Белоснежка, точно принцесса. Она из клубики, ребята. У меня есть розовое мороженое. Ой, какая классная лосёжечка. И она покрыта клубники, ребята. У меня есть такие вот пилозонки. Покрытые глазури, чтобы было вкусненько-вкусненько. Есть маленькие коптейки, ребята. И они покрытые, тоже глазури. В моей кондитерской любой кекс найдет свой вкус. Ребята, есть коптейк с мой нутеллой любимый. Ребята, какой классный. А это бананный коптейк, ребята, какой он классный. Ребята, мы открыли фиолетовый коптейк. Достаем его. Какой он хорошенький. И надо его вылавативать, а потом куколка там. Ребята, вот она куколка. Давайте мы ее как-то вот на так вывернуть. Ребята, какая у нас она будет. Смотрите, ребята, какая она красивая. Она как невеста, прям сакалая. А если вот это снимить, вот это вот одеть, ребята. Так. А если вот эту капкейк одень, тогда она будет похожа на принцессу Софию. Откроем следующий вот такой киви. Интересно, наверное, там попадется девочка как киви. Ребята, как вы думаете, какие у нее будут волосы цветом? Наверное, будут зеленые. А в наборе была вот такая миленькая лосёсочка фиолетового цвета. Так, надо вывернуть. А, мне кажется, какая-то красивая девочка у нас. А тут тоже у нее есть фото. Наверное, она очень красивая. У нее такие зелёные волосы, но она в другом платье. Ребята, надо вот так вот сделать. Помните, вот. Ой. Она как бы, ребята. Вот так, ребята, можно ей вот так надеть, вот так красиво. А если вот так сделать, тогда она, похоже, станет на красивого Паскаля, ребята. А еще можно вот это вот снять и вот стесать ее красивые волосы. Ребята, смотрите, в этой шляпке она похожа на красивую леди, точно? Ребята, давайте откроем вот этот кекс с нутеллой. Ням-ням-ням. Вкуснятина. Ой, смотрите, ребята. Сверху джентльмен и посыпочка. Ой, как вкусно пахнет. Достанем. Ребята, а тут тоже есть лососочка. Такого красивого фигура. Так, надо это вывернуть. Ребята, посмотрите, какая она красивая. Шоколадная еще. Они прям все миленькие. Теперь они все подлузки. Как-то девочки что-то спрятали. Так. Ой,
А давайте тут же посмотрим. Опять маленькие сестрички. О, тут тоже маленькие сестрички. Наверное, все захотели маленькие сестрички. Давайте их откроем. Начнем с голубики. Так. Вот у нас голубика. Ва-ва-ла-ти-ва. Чё-то, ребят. Смотрите, ребят, какая она у нас маленькая. Какая миленькая шляпка. Как будто вот это огромный цветок, а это малюсенький цветок. Вся покрыта глазурью. Вторую сестричку вот такой золотой. Ананасовый, бананный. Так. А у нее блестящая юбочка. Прям глиттерная. Ребят, а у нее такая шляпочка. И посыпочка, ребят. И последняя сестричка. Клубничная. Ой, а эта шляпка как клубничная. А это, ребят, в клубничном платье. С бантиком. И, ой, смотрите, ребят, у нее шляпка с звездочками, ребята. Точно такая маленькая малышечка. На-на-на-на. На-на-на. Мы обожаем всякие вкусняшки готовить. Ну что, ребят, откроем мороженое. Что же там внутри будет? Какая куколка? С какими волосами она будет? Ребята, там тоже достанет. Вау, какое небольшое мороженое. И какой аромат. Вау, а тут клубнички, ребята. А еще в наборе было такая лососочка. Как будто какой-то сарик, точно? Давайте теперь откроем. Помните, ребята, как нам надо? Вот так. А это светлыми волосами, ребята, классно. Ребята, она похожа на фею такой миленькой. Ребята, какие красивые лепестки. Вау. А смотрите, а тут какие рисунки. Глазурью. О, это как лакусочки. Столь цветочки. Такая вся миленькая. А тут бантик даже есть. Ребята, надо достать лососочку. Вау, какая она миленькая. Ребята, блестящая лососочка. Как будто цветок. Так, а это у нас такой лимончик. Достанем мы его. А тут девочка с светлыми волосами, как вы догадались. Ребята, какая красивая невеста. Па-на-на-на. На-на-на-на-на. Та-на-на-на-на-на-на-на-на. Тоже интересно, попадется в этом мороженое. С какими волосами будет девочка? Я бы мечтала вот такую красивую белоснежку. Какая лосёсочка с сердечком. Ребята, вот это да, какое мороженое классное. Прям очень хочется скусать. Какой приятный аромат. А еще в наборе была вот такая миленькая лососочка. Лозового цвета. Сердечко. Какой красивый вафельный стаканчик. Прям с даймонсами. Ой, смотрите, ребята. Посыпка бананная. Ну что, ребята, посмотрим, какая у нас куколка. Ребят, она с такими волосами красивыми. Она очень красивая, ребята. Она у нас какая-то фея, точно? Ребята, как я вас учила. Вот еще одна феечка. Это юбочка с лепестками. Ой, ребята, посмотрите. У нее тут как мороженое, точно? Ну что, отведаем кусочек торт своей кондитерской. Посмотрите, что входит в набор. Какой большой торт, классный. Он мне очень нравится с звездочками. Мы самой делали этот торт в кондитерской. Ой, какая миленькая куколка еще входит в набор. И я питомец. Ой, сколько всего много. Смотрите, ребята, какой набор для тепития. Тарелочки, чай. Чайник. Ну что, девочки, хотите попить чай? Хочу. Ну что, девочки, давайте откроем самую классную куколку и тортик. Я знаю, какой у нее питомец.
Вот она у нас оказалась, девочка такая красивая. И питомец, давайте откроем. Собачка, ребята. Смотрите, ребят, какая у нее козёночка, да, зна, капкейк. Хоп, и закрылась. Ну что, ребята, настало время волшебного торта. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear friends, happy birthday to you. Ну что, ребята, все-все-все ребята, загадывайте желание, какое вы хотите, больше желаний. Поздравляем тебя! Смотрите, ребята, наш тортик получился. Стол до сладостей. Итак, надо открыть вот это вот. Оп. Ребята, мы оставили чай и сладости. Ням-ням-ням. Ребята, настало время пить чай. Ну что, ребята, у всех сладкое настроение. У меня тоже. У меня поднялось настроение. Сладкое! Я обожаю кондитерскую Мелани Ангела. И всего вкусного много. Я сегодня так рада встретить наших девчонок и попить вкусного ароматного чая. Ой, какой он приятный. Мне так нравится чай этот. Ну что, девочки, вы решили, какое мороженое хотите? Да, я решила. Я хочу клубничное с посыпкой шоколадной. А я хочу шоколадное, как Мелани любит. И с посыпкой розоцветной. Отлично, пойдемте заказывать. Хорошо, пойдемте. Ребята, для вашего сладкого настроения я приготовила сюрпризы. Все эти сюрпризы мы разыграем, когда найдем 2000 подписчиков. Я вам всем желаю удачи, мы любим.